Всем привет, ребят! Сегодня у меня такой необычный мукбанг с сестренкой и с Лехой. А в общем, я позвонила по телефону. Они как раз кушали. Она кушает рыбку с картошкой, пюрешкой, Лешка тоже. А я чай-буреки с чаем. Так что у нас тут такие разговоры были. И, короче, хохотали, смеялись. Вспоминали вообще все, что можно. И потом Наташка говорит: как же весело мы сидим, так общаемся, вот снять бы нам мукбанг. Ну, я быстренько на экран нажала видео, и вот это видео у меня получилось, ребят. Ну, видите, звук не записывает, потому что мы как раз разговаривали по WhatsApp. Конечно, очень жаль, но интересно, потому что кто-то же может понять, вот по губам, кто умеет читать, да, что, о чем у нас идет разговор. Я вот даже сейчас, вот это уже прошло время, о чем мы разговаривали, но очень интересно, я смотрю и хохочу. Так интересно, о чем разговаривали. Ну, уже много времени прошло, так что, ребят, спасибо огромное, кто смотрит мои видео, видео сестреночки. Заходите на канал сестренки обязательно, ставьте пальчики вверху и подписывайтесь, пишите комментарии, кому не сложно, конечно, очень-очень будет приятненько. Так что приятного аппетита сестренке с мужем, ну и мне. А дальше посмотрите под музыку, но это очень-очень интересно было.